после трансляции субъединительной посадки будьте осторожны, игроки. Никто не просыпается, пока не объясняется, не будет слышать слово «утро». Игрок номер 10 убит, вас 20 секунд на лучший ход без снятия маски. 2, 6, 8. 2, 6, 8. Принято в городе утро, 10 минут прощается. Ну, очевидно, стояли меня наши. Мы знаем, что я просто попадаю в цвета, поэтому там, по крайней мере, один двое черных есть. Второй полностью перебрал мою речь. Таранил от меня только ты. Она со мной, в принципе, хотела заиграть. Он еще предъявил, что якобы третий танчил меня. Логика понятна. Его сразу по КД просто с этого стола. Он либо плохой и слабый красный, либо черный, что гораздо более вероятно. Поэтому с поляны он, ты сразу уходишь. Заголосовывайте дальше, да-да. И вот этот вот въезд третьего у седьмого, он импакт, поэтому восьмого, он импакта большого, я к пятому, четвертому обращаюсь. Я не во всех попал, я почти в этом уверен. Но точно есть там один или двое красных. И по шестому усилились мои, потому что я практически всегда попадаю в его цвета. Это не железетон, что сейчас он. Но кто-то из наших там есть, и седьмая может быть подозрение. Попробуйте сыграть против Ужевска. Ну, ты для меня покраснеешь. Время, Саша. Спасибо, попробуйте. Игрок номер один, один фол, 3-4 по одному фол, остальные без фолов. Два открывает можно. Посмотрим потом, кто окажется плохо красным, история 8. Я же ничего не думал, пожалуйста, не повторяй. Я наоборот сказал, что 3 его... Все, не надо в моей речи. Я наоборот сказал, что 3 его не атаковал. Он на своей речи сказал, что 3 не стал бы закидывать. Я понял. 4 не стал бы. Ну, я понял, что он про тебя говорит. Поэтому и сказал, что так. Ну, то все. Более, если он что-то стреляется, тебя не вообще не нагрел. Если он проверяется, ну, сыграет. Не 10 проверяется. Он сказал, много вы жертв и черных, правильно, я против один не сыграл, на попиле против всех не сыграл, сказал 9 больше красных. Вот это больше против Ижевска я сыграл или против Екатеринбурга интересно. Екатеринбург мой цвет больше понимает, а Ижевск мой цвет больше не понимает. 10 секунд. А я решил никого не ставить с Екатеринбурга и всех с Ижевска. Вот мне заняться больше нечем, я приехал на турнир, да, спасибо. Когда еще Ижевск в большинстве находится. Ну, сейчас может попал. А нет, все. Спасибо. Не продолжаем. 3. Я же вижу, у меня 10-й появление красный. Я перед твои, вот я, у меня вот атака была 6-7-8, по идее, вот я ночью думал. 6-7-8-10. И... Короче, выставляю один, выставляю два, выставляю. Я, в общем, просто... Я пока подумал, первый кто попилил. Я пока не могу сообразить, кого пилить, поэтому... Ну, у меня вот 4-5 были как больше красных. Скажите, пожалуйста, потому что я говорю, что я не совсем понимаю. Вроде, но я боюсь, что 6, 7, 8 это не только черных. У нас нет цели только черных. У нас есть цели не только красных. В общем, вставляйте, я думаю. Спасибо. 5-9 по одному получили на там. Так, я мысли свои сейчас скажу. Вот смотрите, мой аргумент был в том, что черный игрок, когда хочет кашлять, он пытается окрасниться во время договорки, наклоняя голову и покашляет, чтобы рядышком соседи слышали, что он кашляет на самом деле вниз. Мой аргумент в красноту игрока 2, срок номер 6, был в том, что дождались окончания договорки и потом только покашляли. Но мне кажется, может быть, черным игрокам, конечно, не нравится, что их окрасняют по каким-то штукам, но, пожалуйста, то есть у меня вот эта вот штука была, вот эти мысли. Если мне твоя не понравилась речь по отношению к 10-му игроку, ты сказала, что нужно прослушать. И потом обратилась ко мне по цвету второго игрока. Я не декларировала, что это второго игрока, понимаю. При отстреле игрока номер 10, который может быть стать, может быть, не красный игрок номер 10. Может быть, там 1-2 красный, оказалось, как бы красных игроков. Ну, если прав 10-4, может быть, это было на руку. Поэтому отчасти будто бы должно быть в копии. Вот, выставляю 6 лейтингов, все еще попозже игрок на 5. Вот. Я благодарна, конечно, игрок, но может быть я просто не туда время. Спасибо. 5. Ну, как будто бы не получается, когда я сказала, надо послушать 10. Я послушала 10, показала 10 красный. 2 сказала, что 4-5 почему-то въехали в 10, когда я сказала, что его надо только послушать, поэтому я обратилась к тебе по цвету игрока по номерам 2, потому что он сказал именно про нас. Вот мне было важно понимание. Так,
3-4-5 не бывает ушло. Ну, 3-4-5 не бывает ушло. Я свой цвет знаю, 3 скрылся. Я сыграла в команде 3-4-5. То есть это 2 ошибся в 3 цветах, получается. Ну что, я черная, сыграла с двумя красными 3-4. Я подозреваю один, доставляю один на голосование. Вот. За проверку 5, как минимум. Вот, я сказала, что 3 красные игрок. А что вам в моей речи не понравилось? Вы 9 подозреваете или что? Вы сказали, я подозреваю 5 за заочный цвет игрока номер 9. 9 кто для вас? Подозрительный игрок. Вы купили, об этом мне сказали, попросили проверку в 5. Поэтому я подозреваю 1. Я объяснила цвет игрока под номером 1? Почему у меня время? Спасибо, 4, 2, хвала, 6 минут. Вставляю 7, вставляю 8. 7, 3. У вас 8 в нуле показал 3, там, бетон черный. Вот. Ну, как будто 3, когда вскрывается 8 черный, а 2, которые выставляют под первые руки 8, когда еще не слышал то, что 3 вскрывается, как будто красный. Я в молоко сыграл в нуле 3, 4, 5, когда открывал. Ну, если там есть какой-то черный, только один, но пока не знаю. Потому что 4 вроде сейчас речь понравилась, 3 говорит, что 4-5 он хочет пилить. Вот, туда, 7-8. Чего? А, ну вот, короче, подозреваю 7, которая обращается 10, спрашивает, кто 8. 8 поиграл 1, 2, 6, 7. 10. Мне этим 7 не понравилось. 8, который показал 3, точно черный, тоже не понравился. Ну, что? 1, 7, 8, что ли, попилить? Не думаешь? Ну, просто все здорово снимать. Вася, Иван, нет, обожаю. Всем добра. Слушай, есть, интересно все складывается. Второй игрок, вы кого принимаете? Подожди, сейчас вы. Сейчас у меня не складывается. Сейчас у меня 6 разворачивается, вставляю 6. И проблема в том, что триггер красный, а не шериф. Я проверила три, я проверила тебя, потому что шестой я сыграла 1, 2, 6, 3, 4, 5, там типа он говорил, ну, складывал, что один черный там должен быть вроде как. Проверил тебя, а ты в стороне, как ты вскрываешь, пытаешься, говоришь, я шрифт пилю. Я такая сижу, говорит, что не понимаю, что происходит. Три красная проверка моя, а он тянет бублик, получается, мы кто-то слился. И сейчас шестой меня разворачивается, я такая, зашибись. Вот, я кто вскрылся. Хорошо. Все, если я попили, я пилю шестым игроком только. Блин. Спасибо, нет, продолжай. Восемь. А стоп, я один слышал от всем то, что она проверила три? Угу. Ой, это, видимо, у меня же... Придет проверять 10, где 10 говорит, что три красные, где девочки сыграли еще с три, говорит, что они красные. Ну ладно, я понимаю, за что я покидаю стол, за то, что я сказал, то, что три там детонеры черные и все такое. Ну тогда от этого должна быть 7 красная, за то, что она. Ну, сейчас все плохо полюбил на самом деле. Махтая между 7-6, получается один черный. Ну или потенциальный какой, когда что-то есть. Нет, тяжело. Спасибо, 9. Выставляю 7, выставляю 8, выставляю 6, выставляю 1, выставляю 5. Нет, я объясню, вот я бы откровенно пилила жест. Вот 6, 7, 8 я бы пилила. Потом я бы проверяла кого-то из 1, 5. Там есть какой-то черный игрок. Вот, если слома нет 6, 7, 8. Вот. Из 6, 7, 8 у меня краснее 6, как он сейчас поговорит. Что типа 8 были с 3, это проверено, ну, типа 100% черный. 2 сразу, ну, открыл стол, сказал 8, выставил 8. Поэтому нормальное распределение, когда номер 6 были сейчас. И 6, 7, 8. Ну, допустим, у меня красный 6. Я бы все равно бы пилила. В 1, 5 есть какой-то черный игрок. Я тебе объясняла, что если ты не проверяешься, ты уходишь. Много вероятно, на 5 человек уходит 5. Вот. Поэтому я выпилила 6, 7, 8, проверила бы в 1, 5. И если игра не закончится, то 2, 4, 5. Продолжаем. Мы переходим на голос. А, прошу прощения, 1 минута.
Так, короче, выставляю 1, выставляю 2, выставляю 8, 1, 2, 8. 1, 2, 8, 8, подожди, где я у меня? Все, какой купил троих тогда? Так, 1, 2, 8, голосуют 8, дальше выставлена я, второй, по-моему, меня выставил, да? Кто? 3, нет, скажите мне, кто-то. 3, 4, 5, потом следующая половина стола должны голосовать меня, да? 3, 4, 5 голосуют в 1, остальные в... Так, 2, 1, 2, 1, 2, 8 голосуют в 8, все, дальше. 3, 4, 5 голосуют в 1, все, остальные в 2. Выставляю 1, выставляю 2, выставляю 8, я уже сказала, это речь начала. Короче, я подумала, что я отстаю от 5, потому что я видела, как ты просыпание, когда ты поговорила, проверка 1 показала, и мы не выставляем. Спасибо, нет, продолжаем, мы переходим на голосование, пожалуйста, выставляю, я собрала стола. Между игроками 8, 1, 6, 7, 2, 5. 8, 1, 6, 7, 2, 5. Кто голосует за? 8. Спасибо. 3 голоса. Кто голосует за? 1. Спасибо. 3 голоса. Кто голосует за? 6. Спасибо. Голосов нет. Кто голосует за? 7. Спасибо. Голосов нет. Кто голосует за? 2. Спасибо. 3 голоса. Голосов. 8, 1, 2. 8, 8. Ну, блин, вот то, что сейчас 7 подзабивают, это должно получаться прекрасно, где ты говоришь, что у меня же уже 7 получается, ну, 6, более кассы, но я же, ну, то, что ты говорила о своей речи, но я теряю сейчас речь, на самом деле, плохая была. И просто, ну, ладно, я все равно с этого стола встаю, но, я понимаю, за что. Спасибо. А я дальше. Так. Ну, я говорю, я не могу все равно цепиться до конца от 5, но я посчитала только от 9 красных, хотя ты выставила сейчас 5. То есть только от этого я еще больше к ней назад возвращаюсь, потому что мне это не нравится. Я бы вообще, наверное, 6, 7, 8 поднимала. Блин, я не знаю, для меня 2 не сильно прям черный какой-то. Вот так, 8, да, 8 плохо поговорил. 7 непонятно, что дает, какое-то второе вскрытие. Да, мне кажется, проверка 5 должна быть. 2, 7, 2, 30. Просто всегда интересно, как люди играют в мафию. Вот третий пилит меня за что? Просто понять. Весь стол мне назвал красным, правильно? Весь седьмая назвала, шестой назвал, четыре, пять минус свои минусы, только восемь оставишь. Вот вы решили запилить меня, правильно? Ну, вам же мое мнение не нужно, правильно? У вас восемь красных, я черный, да? Да, да, у вас восемь красных, поэтому я даже вообще не буду. Вы сами тут разбираетесь с шерифом. Вы же разобрались, молодец. Вот, и дальше разбираюсь. Вот, спасибо. Спасибо вам на голосовании. 8-1-2, 8-1-2. Кто голосует за? Спасибо. 4 голоса. Кто голосует за? 1. Спасибо. 3 голоса. Оставшиеся 1 слово. 2 голоса. 2 голоса. Минута. 8-6. Ну, 3 сломал. Просто ужас. Если бы было другое вскрытие, я бы уже просто 100% вписался в другую машину за то, что 3-10 проверяют. Мне возможно. Спасибо. В городе недоброе, 3 убитых, да, ты возвращайся. Ну, я думаю, шериф 6.
потому что он искрился почти сразу же, а вы чего-то нуля не понимаете. Если я вам проверю красный, я говорю, что я три троих, вы молчите, вы не сбиваетесь, поэтому ну, ты больше красный получаешься. Пятая красная, ему четвертая красная, я думаю, потенциально, наверное, смотрим черный. Вот эти ученые, я все понимаю, потому что у меня кисть тоже очень красный. Я очень много красный, не понимаю, что там происходит. Поэтому он скрылся мне сразу же почти. А ты сидела, молчала, да, пока тебя пить не ставит. Ну, что я не знаю, что ты показываешь. Я думаю, 6-6. Потому что он все сделал тут правильно. Ты сидела, молчала, пока я не повисла потенциально, что тебя пить, ты молчала. Поэтому сейчас снимайте 7. Я думаю, 6 в 6, 2, соответственно, 5 красных, 2 проверки. Ну, хотя, может, это не 2 своего черного, бог узнает. Ну, еще, я думаю, 5 4 красных. Спасибо, проводим. Спасибо, пожалуйста. Лила, пока игрок предварит его локацию. Так, Лила, пожалуйста, дальше. Что говорит игрок номер 8? Это вообще же, конечно, беда. Он говорит, я хочу сыграть другое шерифство, а что там 3 пошел 10 проверил? Так третий уже откатил, уже информация по столу, что есть третий с двух сторон проверенный красным. Это же вообще какая-то максимально... Но мне кажется, она настолько плохая вещь, что он может быть красным игроком. Вот. Поэтому уже прям беда-беда. Что у вас? 2, 6, 5, 6. Он говорит, 5 уже проверенный красным. У вас только типа 2-6-9, что ли, черная команда. Он дает пятую проверенную красную. Если бы показали, что в 1-5 проверка, в 1-5 последний мах. Если 5 есть проверенная красная, то только типа 1. 1-7-8. Ты думаешь, что 1-7-8? Ты попросил проверку на 1. Время. Спасибо. 5. Подождите, я перевариваю информацию, потому что он меня ногой задел, а потом скрывается с моей красной проверкой. Ну, конечно. Я не знаю, для чего это было. Может, случайно, может, нет. Объясните. Перед ночью это произошло. Так, оставляем. Кто 8? Больше черный? 2. А что нет? 8 же черный. 8 же черный. Ну вы успеете выставить 7. Ой, черный, я хочу знать, пока я, ну, 1, 2, 6. Тут 2 команда, мне кажется. Мне кажется, 1, 2, 6, 2, 6 команда. 10. То 4. Которая коснула заранее 6. Когда я в него собирала, не шла у меня играть после. 2, 4, 6. Почему нет? Ты сказала 2 красные, когда он сказал. Спасибо. Я 6. Минута. Я сидел, я случайно. Кто черный? Черный 7. Угу. Вот. Под твоей красной проверкой у меня получается, это же не черный была. На предыдущих кругах. Да или нет? Ну там баланс вроде какой-то замечался, 1-5, ну ладно. Смотрите, я думаю, то, что в 1-2-8 там стало только один черный, иначе бы это ломалось. Красная должна быть 9, которая хочет пилить 6-7-8, где в 6-7 точно есть ее вскрытие, ее дом. Правильно? Она потенциально заставляет, если я вместе с 9, она заставляет меня вскрываться в стол, тянуть кубрик, она меня вскрывает. Поэтому 6-9 и 9-7, которого хочет подпил, засунуть 7-го игрока. Она называет 8 черным. Я это подходит, потому что... Ну, 8 он точно черный. Он может быть... Вот что? Может быть, как раз не будет, что? Еще раз. 1, 4, 7, 9, трой. Ну да, время. Пока так получается. Спасибо. 8-й ушел из версии 6-го игрока. Он сказал, он говорит, что не 8-й черный, поэтому сейчас доставляю 6. Сейчас должен быть 2-й игрок избили. 2-го уже выставили. Не, если мы 7-й красный город, давайте сносим 6-го игрока. 6-й игрок на прошлый круг, 6-й игрок мне показывает, пойду проверю 5. Зачем, если я вскрываюсь, показываю 3 красных, у меня 3 красных, у меня не сходится картинка, я не понимаю. Он тянет в бублик, а я его проверила красным. 6-й со мной коммуницирует. Он со мной коммуницирует. Кто-то видел, что он с 6-й со мной коммуницировал? 6-й мне показывает, типа 5 проверит, там еще что-то было, сбегаем и так далее. Да. Зачем ему, если я потенциально, блин, скрываюсь против него, ему со мной коммуницирует? Это не шерифское действие. У него ушел, он говорит, 8 черный.
Сейчас должен уйти игрок из моей версии, чтобы не было 3 в 3. И как бы третий игрок, он красный проверка, двусторонний, да, он ломает, хорошо. Но 5-6 я покажу, что 8 у него черный. Сейчас должен быть поэтому второй. Спасибо. 9. Единственная черная команда, которая может быть у тебя, это 1, 4 и 7. Объясню, почему не 1, 7, 9, потому что в 9 единственное, кто попросил проверку против кого-то, это я перед засыпанием показала проверку по линии, не скрывающей своего черного. Поэтому нет команды 1, 7, 9, поэтому я для тебя 100% это игрок красный. Плюс, ну, допустим, я там выбивала какой-то шрифт 6 и 7, но это мы уже не будем. Что за через 7? Для тебя? Нет. Вот я шляю красный 5. Мне кажется, 5 и 6 это не 2 человека игрока. Так 5 разбивала твой аргумент в красоту игрока номер 6. Мне кажется, 5 и 6 это не 2 человека. Поэтому я голосую с 5 и 10. Ты рассматриваешь версию 1, 4, 7? Если не рассматриваешь 1, 4, 7, я тебе предлагала согласовать 2. Как противовес 2 и 8. Спасибо, Иван. Выставляю 2, выставляю 9. Короче, мне не нравится, 9. Что ты делаешь, потому что когда 3 сломал, ты просто их взглядом что-то не уничтожила. Как будто бы ты можешь быть там, не знаю, черный, который это устраивал, ты просто такая, ну как бы, зачем? То есть у тебя тоже, я понимаю, 8, наверное, больше черным уходил. Вот, я не понимаю, ты сначала ты 5 считаешь красным, она считает тебя красным, потом ты выставляешь 5. Сейчас ты уже у нее спрашиваешь, типа 1, 4, 7. Мне вообще не нравится сейчас, что ты делаешь. Вот. Я считаю, что 9 максимум черная вообще спокойно. Тем более, ты до этого показывала 1-6-9 черная команда. На прошлый круг ты это перед Испанией показывала 4 или 5 кому-то. Вот. Потом уже начала говорить 1-2-7 или 6, что-то такое показала. Но показала на жестах. Выставляю 7. Выставляю 7, но я 2. Потому что я не знаю, как это выбирать. Верни 4. Черный. Тем более, что ты уже ручка и черная. Нет, но она говорит только то, что она проверку один показала, а потом я посчитала ее красной, 5 больше красной, от того, что она показала, тебе стало один. Спасибо, не продолжай. Игрок номер 4. Умерили вашу жестикуляцию, поставим ответить пол. Ну, 2. Вставляю 7, значит, я объясняю. Я благотворительностью занимаюсь черным игроком, правильно? Можно я не надо махать для моей речи, правильно? К пятой обращается. У нее пятая непонятного цвета, 6 ее дал красный, у нее 2-5-6, может быть, потенциально, где я искал 1-5 черный, она к пятой обращается. Я занимаюсь благотворительностью. Восьмой играет в команде 1, 2, 6, 7, правильно? 6 мой дон, я черный, я ничего лучше не нашел, как сказать, 3, 4, 5, не двойка черных, не двойка и даже не двойка многовероятно, правильно? И сказать проверить 8. Человек с Ижевской мой цвет посчитал красным и с доном своим сыграл. Ничего умнее не нашел, 8 дай. Это сидит сейчас говорит. Давайте баланс разыграем 8-2. Где у 8-го в балансе 2? Он вообще сидел, ничего не понял, ушел. 3 ушел. Понимает, цвет Ижевская, если что, для тебя. 3, понимает. Сказал снять 7, 6 ком. Ребята с Ижевска, с одного города. Не надо делать удивленные лица. Или эмоционал. Выставляю 7 пас. Спасибо. Мы переходим на голосование. Брали, пожалуйста, республикацию близкого стола между игроками. 2, 6, 9, 7. 2, 6, 9, 7. Кто голосует за 2? Спасибо. 2 голоса. Кто голосует за 6? Спасибо. 1 голос. Кто голосует за 9? Спасибо. 1 голос. Кто голосует за 7? 3 голоса. 7. Это что сейчас было? Вы серьезно, да? Это мы 2-8 вместе черные. Ага. Два раза раз, и сразу у вас 2 самый такой красный. Вы у меня 3-3. 3-3 еще нету? Значит, 8 посторонний черный получается. 6 говорит, у меня 8 черный, у меня 8 черный, у меня с моей версии должен уйти. Вы начинаете, блин, куда раскидываются руки, и вот даже баланс никто не играет. Это, блин, шикарная, блин, проверка. Просто прекрасная проверка. Все, сняли 6-го. Не хотите проиграть, сняли 6-го. Молодцы, красные игроки. Все, пас. Городе.
Утро недоброе. 9 убит на прочее спит. Я объясню, вот для меня ты мне красный, потому что вот вновь я поняла, что 10 это 100% игрок красный. Ты спросил у 5, это 5 ты тоже сказал, 10 это игрок красный. То, что ты влил в 10, я вообще не поняла, почему ты влил в 10. Один на прошлый группе была просто ужасная речь. Она выставила 9, из какой версии ты выставила 9? Я все, что пыталась вновь, попросила ребят распилить 6, 7 и 8. Все, что я попросила сделать, то есть я выбиваю сплит и 6, 7, 8. То есть я потенциально пилю 100% какой-то чек. Для меня красный игрок номер 5. Вот, для меня красный 5. Я пыталась туда добиться, в кого ты хочешь голосовать, и от тебя тоже самое пыталась. Для меня игрок шевелеврей 6. Спасибо. Работаю по лице. Ребята, игрока, пожалуйста, не жестикулируйте. 5 приват, контрмер. Странная проверка 1. То есть, как бы, она уже поставила 2, там было 4 проверки. Вот. 4 проверенные красные, 1, 9, встали, вышли. Ну, с вашей версией. А. Что? Ну, если 9 не играет, если кто-то не играет. Ну, 2 же нормально показал. А вы сказали, что 2 это красный игрок. Ну, да. Или так, без разницы, абсолютно. То есть уже ты будешь решать. Вот. Один уже 2 поставила вчера. Вот, что странно. Ну, точнее, это не странно. Я поставила по 3. 3 машины. Он у меня в игре, там, по-моему, лучше код записал, я поэтому... Сказала 6, 6, 9, 10, я такая, ок. Вот. Но я пока склонна голосовать 1. Время 1. Спасибо. 6. Конечно, представляю 1, а Игорь 2, 9 вместе черный. Я свою речь, всю свою речь практически посвятил тому, что 9 это опорный красный цвет в этой игре. Потому что она не 6, она не 7. И на секундочку, если я до, мы 2, 6 и еще какой-то черный выигрываем вчера на прикрытии. Вот и все. 8. Да, вот. Не будет, если черная команда 2, 6, 8, во-первых, не будет 3 проверенных красных, которые играют в 1, 2, где 2 у моего черный, не будет 2 по просыпанию, где я 3 вскрылся проверенный красный, он не будет выставлять своего черного 8. Не существует команды 2, 6, 8. Я не дам третьему пилить 1, 2, 8, понятно? Там, 2, там моя двойка встает. 2, 8. Я не дам этого пилить. Понятно? Поэтому 2, 6, 8 это черные команды, мы вчера выиграли. Я точно шериф, первый черный, у которого вчера было 2-9, это двойка черных игроков. Как бы сносим 1, если игра не заканчивается, то 4. Спасибо, 1. Выставляю 2, выставляю 6. Да. Кто сказал, что двойка? Мне не понравилось, что 9 говорит, что все, она со всех сторон супер красная. А что, она не может у нас взять и сказать попилу такой, где у нее потом дом будет скрываться, да? Что? Почему? В чем в этом такого? Ты говоришь, она суперкрасная, она говорит сама, ты потом это подтверждаешь. Я нормально заподозревала, потому что она сначала 5 крышует 9, 9 говорит, что 5 красная, а потом бац, если речь бахивает, что 5 у нее должна быть черная, она ее выставляет. Ну да, она это задумала. Все, выставляю 2, выставляю 6, 2 уходит в баланс. Ты потом, если ты вдруг захочешь проверить, вот, сделаешь какую-то проверку, дашь кого-то черным, да, и все. Что это сейчас? За 2 будет. Нет, сидим, сидим, играем в баланс. С какого раза-то я должна сейчас уходить? 2-6, 2 черных игрока сидят. У тебя 8 на прошлый круг ушел черный. Ты это сам подогнал, я тебя спросила. Я сказал 8 не точно черный, 8 почернее. А 9, говорю, 1, 5 черный. Она пилит 1, 2, 8 с проверкой 5. 2, 2, 3. Время. 6. Спасибо. 2. Вставляю 1. Ой. 2 флада. Давай, что это? Все понятно же, мне кажется. Какие 2, 6, 8, тройка черная? Я в 1, 2, 8, не третий будет ломать, а 8, правильно, краснеть меня. А мы, ну, он же тоже нормально же он играет, правильно? У вас не первый же месяц, ну не первый месяц, все равно. Вот, 1, 2, 8, что это за праздник подниматься, где 6, 3 провел красный, который сыграл потенциально 2 и хочет пилить 2. Ну это же вообще что-то, ну, я не понимаю. Плюс первое говорит, давайте второго снимем баланс, а уж три круга баланс у меня хочет снять, только что мы все снимаем.
те, кого я, да, и игра продолжается. Игра продолжается. Как такое происходит? Скажите, пожалуйста, у вас 268 тройка черных на минуточку. Посчитали по калькулятору, 268 не получается, сняли вас и выиграли. Вот у вас что там, я вообще не понимаю, мне кажется, это просто даже не надо завещание. Здесь. Не надо еще какое-то завещание, тут так все ясно. Седьмая, причем третья стала у 6 скрылся, то есть седьмая на каком-то основании решила там не скрываться 3 в принципе, правильно? Нашла вам подмигнуть за 8 до минут. Не подмигнула, только мандаричь сказала, что жри, у нее 3 прекрасно, почему не подмигнуть, спряталась? Спасибо, 4. Так, если второй посторонний черный, он не сдается на речи, чтобы уйти вперед игрока номер 1. Знаете, о чем думаю я? Ну, как бы, ну, типа, если он черный в команде 1-2, он же понимает, что шестой проснется и проверит, ну, нет, куда? Предугадает, что сейчас. Да я бы сейчас речь поговорила, что мы вообще не можем. Он не сдается по своей речи, чтобы была живая версия, ну, за столом. Вот. Что смущает? Точнее, наоборот, чтобы проснуть выбор там не было. После моего красного цвета безопасно был у Тигра номер 2. Ты покажешь, почему нет черной команды 1-4-7. Меня смущает, что остаешься со столом ты, а не киса, которая тебе показывает, что 1-4-7 нет. Представляю, 1-2-6-6. А что смешно? Что ты думаешь? Я на 0 сыграла в команде 3-4, сказала, что в 1-2 есть мать. 1-2 есть мать, точно за той 2. Мы переходим на голосование между игроками. 1-2-6. 1-2-6. Кто голосует за? Спасибо. 3 голоса. Кто голосует за? 2. Спасибо. Один голос. Кто за 6? Один голос. Пожалуйста. Вы же слово игрока. Я приняла. Минута 1. Пас. Спасибо. И в нашем городе. Добрый, 5 убит не прощается. Еще 4 проверим нужно. Окей. Ну, я сказала, что я подозреваю игроков 1-4, еще игроков на 9 после речи 4, которая сказала, что я могу быть подозрительным игроком за цвет 10 и за то, что я обратилась к ней по поводу цвета игрока по номеру 2. Она сказала 2 больше красный, поэтому я больше подозревала 4. Вот. А, ну, господин Игнат не строит, конечно, но все равно справится. 10. Я не помню, что он записал уже, он сказал жест Чернота. Меня убили. Вот, ну, так. Ну, ладно, все, спасибо. Спасибо и вам. Пожалуйста, не жестикулируем игрокам. 2 пола у игрокам, 2, 1 пол у игрокам, 6 тоже 2 пола. Утро 6, ладно. Вставляю 4. Ну, это вот план 10. Кто заявляет всегда, что он бат и всегда попадает в мой цвет. У нас на фанках точно есть 3 игры, которые он проиграл на 3-3, потому что назвал меня черным. Вот. Я не даю ему в лицо играть, я просто говорю, что хорошо, я ухожу, ты баланс. Вот, поэтому на завещание 10-го игрока мы всегда их нужно слушать. Тем более на тройку красных записал. Ну, я просто думал в нуле то, что 1, 2, это 2 красных, 3 так плохо поговорил, а 4, 5 заиграли с 3, а 7 играет 1, 2, 6. Просто успеть. 10 секунд. Ну и 8, но красный разбился.
Время. Спасибо. Два. Представляю, четыре. Мне просто интересно было, да, десятый что сказал, я говорит, играю классно, меня поэтому стреляют, вот там ребята 268 не включают, да? Красавчик. Два говорит, надо снять, что плохо играющий красный. Молодец. Да. Я на ноль сказал, говорю, 3-4-5, скорее всего, говорит, даже не тройка черных, поэтому там один черт. И в той команде есть вот проект замыкающего просто. 1-2-6-7-8 его команда, правильно? Мне 9 больше понравилось. Поэтому я подумал, раз 3-4-5, один черный, он играет здесь, так кого проверять, 9 больше понравилось. Поэтому у меня 10-й поставки получался. Подозрительный. А в этой команде, в которой он играет, там, ну, если это 50-й класс, чуть двойка должна быть, это получилось. А если 10-й был бы крючок, то значит, может, замыкающий, который здесь сыграл. Вот и все. Вот. За 4, конечно, да, голосовали там немного. Первый, да, что ты не стрелял? Он стрелял 4, может, выстрелял. Что ты стрелял? 6. Здесь? Он с первым черным, потом потенциальным 9-й могла я с тобой меня поставить. Вот это, мне кажется, и хлеба не кормили, да, и двойка составить. Время, спасибо. Четыре. Проблема в том, что у нас седьмой игрок дает динамику. В тот момент, когда у меня третий, например, проверенный начали, мне кажется, нужно скрываться с атакующей проверкой в форме. А? Да хоть кого вообще. Даже со вторым черным может скрыться за здрасте со стола. Ну, как бы мне будет очень больно ставить руку во второй руку. Но я сейчас за здрасте придет. Вставляю 6. Вот. Мне кажется, все было неплохо, наверное, нужно было прожестикулировать игроку номер 9, что сейчас уходит 22-й мак. Может быть, она только ставила на 3. Вот, даже не знаю. Второй мак. Второй по счету. Просто я красная, поэтому терялась. Терялся цвет. Ну ладно, что? Пока без проверки не нашли, что я мам. Понятно, значит, сбалансировалась только на красную карту. Все. Спасибо вам. Голосование. 4-6, 4-6. Кто голосует за 4? Так, я хотела застрелить себя, чтобы побольше времени накопировала, но ничего. Надо было, да? Ну, поговорить хотела, просто чтобы вот эта ярмарка тщеславия произошла, чтобы как хорошо сыграл, вот это вот все, чтобы было, чтобы облили еще игрока номер 10. Вам же нужно когда-то это делать, ребят, потому что такой красивый будет рассматривать. Спасибо, Паша. Спасибо.
Речь у него нормальная была. Он там не переживал, голос не дрожал, ничего такого я не услышал. Ну, а один может быть веселая такая. Пока, короче, из тех, с кем я сыграла, один более не любит. Спасибо. Всем привет. Игра 1, 2, 4, 6, без 3, 5. Объясню. Смотрите. Эфи и Кок, ну, она же знает там условно, если она черная, она знает, какие карты она условно, кто условно достал. И вот, я один действительно хорошо поговорила, и она может на черный просто сказать, что все, я пишу один и подарок, и тем самым закупаю. Поэтому в 1-3, типа, даже если как будто они там прекрасно там и так далее, я не думаю то, что это. Вот, что если есть там черный, то это 3. Так, а почему не КС5? Потому что была оговорка. Четвертая не сказала о том, что два подозрения, либо всегда подозрения. Он всегда непонятный, а это очень большая разница. Вот, мне это не понравилось, шестая это подцепила, но тем не менее, шестая, думаю, это что классно. Что, это там восьмой черный? Просто потому что смотрите? А, десятый, я тоже, да, я остался. Плохо. Так, вот, пока что против 3-5 икая, 1, 2, 4, 6, поле подозрения не особо нет, то есть 7 непонятная, потому что у нас была одна икра, она меня немножко обманула, когда я читал, что она была черная, но это с тобой тоже было, вот. Но пока я не думаю, то, что это в 1, 2, 4, 6, я не думаю, что это что-то выглядит. Спасибо, Сахара. Я правильно вас услышала игрок номер 7, что вы сказали, что я как-то не так сижу, поэтому я подозрительно. То есть мы с вами играем первую игру в жизни на выездном турнире, и вы решили, что мне этот аргумент, данная речь, уже привести. Ой, класс. Так, мне понравился 2, особенно когда он говорил про ночные мысли, мне показалось, что это имело место быть, и хотя он мог на 40 секунд все это подумать. Вот. Поэтому мне нравилось, когда он 6 отмечает, и игроки 7-8 говорят, что 6 скорее красная. Поэтому давайте так. Я сыграю 1, 2, 3, 6. И восьмой пока как 7-7 игрока. Слушаю внимательно 10. Между 4 и 5 любая проверка. Но мне не понравилось, как мы с нами 4 говорила, если играть против 1-3, тогда хорошие аргументы против 1-3 должны быть. А их не было. Вот. А 5, 2-4. Ну тогда 1-2-3. Я опять же что-то понимаю. Возглавляю 1. Возглавляю. С кем? 5. Нормально. Я играю в команде уверенно 1, 3, 4, 6, 7, 10. Вот, мне кажется, что все черные 2, 5, 8, 9. Естественно, это не то, что вы можете ждать, но пока кажется. Значит, я подумала, что 4 красные, потому что сидя на четвертом сайте, я бы, скорее всего, тоже не уверенно сыграла бы с игроками. Но когда я слышала речь дальше, я уже подумала, что 1-3 краснее, чем те, что говорит здесь. Пятое, у нее не совпадение эмоционала и того, о чем она говорит, когда три такая, вот, мы здесь веселая, все дела. И пятая такая, о, а я тоже на нее больше не смотрят, я продолжаю, пять сидит уже очень потуша. Вот, когда 6 сказала, бежите в команду 1-3, мне отклонила, 7-2, о, и меня тогда, за это мне играю, 6-7 вместе. И по остатку у меня просто выходит 2-5, 8-9, время. Спасибо. А мы переходим на голосование. Берите, пожалуйста, уже стимуляцию, руки с этого стола, между игроками 1-5, 1-5. Кто голосует за 1? Спасибо, 5 голосов, 5-5, 1-5. Срок 1-5. Так, объясню, вот, с игроком номер 4, вот, смотри, эта речь была заготовлена, то есть я могу быть черной в... Связки 1-3. Я же говорю под 3 речь, правильно? Поэтому нет черной команды 1-3, иначе я бы такую речь не говорила, потому что я говорю ее только для 3, не для кого другого здесь сидящего в столе. Поэтому нет черной команды 1-3. А, я подозреваю 8, ты странно отреагировал на мою. Я тебе показала, ты опять дома достал, и такой, нет, я достал просто красный чили. У 5 тоже странные мысли, что 3-3 вместе человек. Нет, такого. Зачем я тебе речь говорю? Так, ну короче, я именно за эти вот эти все речи про кольца, про все остальное, это заподозревала, при этом ты, да, мне не понравилось, просто вот ты говоришь про эмоциональные аргументы, я вечно супер веселая, супротивная и все такое, даже если, может, сейчас сижу уже подустала, да, то есть я к этому обращалась, что я обычно на таком позитиве, что как будто бы можно мне в эту команду приписать было, я вообще не знаю, кто черный. И как в этом разбираться, потому что да, 4 согласна, я чуть комментарно заподозвала, мне понравилось, что вроде бы она тоже про 2 вот это сказала, что мы сомнения. Короче, 1-3 просто вот уже я это увидела из-за вот этих аргументов на ноль про вот эти речи. То, что 4 речь, что просто внутри. Спасибо. А мы на голосовании. 1-5, 1-5. Кто голосует за? Спасибо, 5 голосов, 5-5. Ну что, будет как не голосов? Спасибо, голосов нет, ночь.
мышечная мускульная ночь продолжается. Я прошу всех игроков соблюдать правильно членопреденичные посадки. Будьте осторожны, игроки, никто не тянется к маскам, меняет посадку, пока я не слушаю слово «утро». Был убит игрок номер 8, у вас 20 секунд на лучший ход без снятия маски. Три, пять, десять. Принято. В городе утро, 8, прощайтесь. Ну, кто там? Ничего, есть. Возможно. Я спал с 26, если что. Теперь немножко сложнее спал. Не, я вспомнил, я вспомнил. Чё? Девчонки, а мне 9 спилось. А, 5 касса, мне 10 касса распилось. Так, 5. Так, девчонки, 5, 9, 10, 3 касса, наверное. Блин, немножко сложно. Слушай, я, ребята, немножко не забался. 10 секунд. 4, 9, у меня 4 больше шериф, сразу говорю, потому что... И 5, и 9, наверное, были за 100. Ну типа да, зачем я стреляю, я тоже не подумал, типа ты как будто бы меня не стреляет, но нет. Я думаю то, что 1, 2, 3, 4 вообще все красные. Спасибо, браво, не подумал. Да, ну у тебя 5, ей только меньше, правильно? Сейчас я оставлю. Мне так 5 хочется, я не остыть почти. Составляю 5, 10. Вот. 10, сыграл 2, 5, 8, 9. Вот, 2, 5, 8, 9. Я красный, как будто бы для этого за скрытие 10 казалось, что 10 вышел красный, потерял 5. Вот. Знаю. 5 красные. 5, 9 команды может быть. Что 5, 8 для меня самые плохие вещи. Были же я черный. Да. Четыре пролечены даже. Ну хорошо, кого голосовать? 10 вкусно, не 5. Да? Хорошо, я вписываюсь тогда в 4. 5, 7, 9. Рабочая версия. Время. Спасибо. 3. Чего вы сказали? 5, 7, 9. Рабочая версия. Ну, не сильно рабочая. Потому что она надо. Мне кажется, что 9 это больше 3. Потому что я вообще себе не представляю игры. Кто 8, это вообще кто? Это из вашего города, да? 8 проснулась, ой, 9 проснулась черный. За столом Сосиса, я и Танюша. Ну, Юля там ладно, она недавно играет. Ну, Сосиса, я и Танюша, этого достаточно. О, за глаза просто. Или что, убить 8? Я не знаю, как 8 играет, конечно, не простите. Мне кажется, Юля не дает сидеть 1, 3, 6 всем троим за столом, когда она достала донскую карту. Ну, так кажется, на данный момент, так кажется мне. Плюс мне казалось, 9 черного, как она сидит. Я 4 показала, думаю, 9 черное по лицу, когда 4 из 9 заочно играла, я говорю, не играй из 9! Вот, поэтому 3 и 9 уже не рассмотрите, выставляю 2. Вот, 2 вписываются. Спасибо, 4. Ну, а я, значит, такая камикадзе. Серьезно? Я, ну, как бы... Скажите, подожди. Нет, мне просто очень интересно, как это работает. Стреляю игрока под номером 9. Я по тебе проверяла 9-го игрока. Она, ты показала 8-й черный. Она говорит 8-й красный. Я пошла 9-й проверила. Как бы тут, в принципе, я хотела, кстати, 7-й. Я 7-й очень сильно подозревала, когда она писала команду на 1-3-6-7. Когда поговорили уже игроки 8-9, ну, как бы уже очевидно, что надо идти проверять туда. Вот. Поэтому, не знаю, по аргументу, он, знаешь, как у две стороны работает. Я пытаюсь с тобой поговорить. Ты думаешь, я себя даже не точно. Ну, тогда госпожа не красная получается. Вот, ну, типа, я не могу взять... Я просто это убивает. А пятый получается черный. Нет, продолжаем речь после слова спасибо. Доброе утро, Борь, Павел, я стала постановить
тоже выставляет 2. Короче, до речи 3 сказала, что 9 могла быть черной, которая меня покупает, типа вот эту поддержку какую-то мне пытается оказать, еще что, причем 4 видела, мне кажется, что 9 не скрывается. Вот, я была, не была вообще готова даже со своей красной проверкой, да, то есть идти тут. Это я камикадзе, я с 24 на 0 поиграла, с плохой речью, как бы, да, то есть и самый черный послуг, я такая, блин, зачем идти меня проверять, если меня потом запакуют вообще в любой из кругов, то есть я уже себе обеспечивала туда билет. Вот, и сейчас, говорю, от речи 3, да, я понимаю, что 9 может быть больше шерифом, в принципе, да, ну, сейчас объясню, что как ты решилась на такой шанс рискованный, вот, но я просто, да, я вот, видите, один случай. Я с другой черной в прошлый раз играла, с вами тоже, собственно. Как будто бы вообще ничего не меняется, когда вы на 2-5 были. Вот, 2-4, да, поиграла. Вот сейчас 2 я тоже хотела выставить, то, что я 3 выставила, 2 мне вообще тоже понравилось. Вот, то есть все аргументы пока заходят, видимо, я просто со всеми... Там меня никто не взял, то есть тут вообще... Прекрасно, прекрасно. Спасибо, не продолжаем. Игроки, 3-1, у вас по предупреждению, умерили вашу ситуацию. Минута 6. Так, ну с весны по осени мне говорят... Пол-3. Шесты по 8, мне говорят, что у меня начинает, я начинаю косплеить по силе игры, как минимум в речах. Вот. Но я поняла, что у меня никогда не будет таких штук, потому что раз вы посчитали 9-ю мафом, потому что она приоритетный шериф, а я наоборот подумала, что 9-я красная. Поэтому в этом у нас в любом случае не будет сходиться. У нас, конечно, еще там калибровка только началась весна, да? Еще лето впереди, но все равно у меня к этому не подходит. Я попросила проверку на 10-го игрока, который отстегивает 2-го игрока из моей команды, называя меня красным игроком, но если там 2-й вписывается к 4-му игроку, то может быть там типа она ну, лучше там подразобралась во 2-м игроке, чем я. Вот. Но при этом, как она поговорила, потом уже речь закончила, такая, блин, такая сама себе, такая, ну, а вроде по речи больше красная. Вот, вы сейчас показываете, что 10-я красная, бог с ним. Ну, тогда что? 5-я проверенная красная, я красная, люди друг друга считают красными. 7 мах, которые махал. 7 минут. Что скрыл? Я их скрыл, и потом четвертая сказала, что 9 проверенная черная после этого. Да, черная 7-9, когда она поворачивается, говорит, серьезно, как я сижу, вы считаете меня черной? Вы со мной первый раз играете, я говорю, да. Я с вами играю первый раз, я подумал, что вы черный. Вот. Поэтому что-то где-то есть ошибка. Я-то красная и не боюсь проверку. Пусть, пожалуйста, оба шерифа идут ко мне. Без проблем. А я потом буду двухсторонний красный спуск по шерифу. Сейчас этого делать не буду. Вы играете без меня в моей команде. 2-1-2-3-6. А я ну я же сказала, просто мне не понравилось, как вы сидели. А там, когда вы говорили, я сказала, что вы черный. Есть. Вот. Я ей скрыла стол. Я увидела, что она моргает 5-й, сказала, что 9-й остевается, и после этого скрывается 4-й. Так что команду 7-9 мне не нарисуется совсем. Спасибо, вам 9. А если вы будете в стороне красной, то три первые выиграете тут его. Так, я как бы объяснить. Я подумала, что 4-5, ну, вдвоем черного, вот 4-й, я прям уверена была, потому что, ну, как бы есть какие-то понимаки, которые я вижу, мне ее проверка не нужна. Я пошла проверять 5 на черноту. Ни на цвет, ни на красноту. Я пошла проверять 5 на черноту, потому что я была уверена, что она не красная. 5-я проверенная красная. Вот, поэтому придется. Я не знаю, кто такая 7, но я-то красным не играю. Вот, потому что наша же задача как-то сплотиться, выиграть, а не вот показывать свое я, когда не всегда получается выиграть эти игры. Вот, поэтому стреляю 4. Вы игрок номер 2 вообще неблагодарны абсолютно. Есть. Вот. Ну, ладно. Ты хорошо поговорила, я не посчитала красным, поэтому я могла где-то ошибиться. Поэтому сейчас позицию дай, что хорошего. Да, и дальше это два, сиба, 10. Выставляю 2. 2-4 как будто бы очевидно черные, если мы рассматриваем 9 шерифства, это приоритетно. Я просто не понимала, кто последний черный, поэтому спросила, 6 у вас красный или нет. Вот. Ну да, как с ним поговорила уже, наверное, не уж красный, у меня между 6-7 последний черный, где, наверное, ну, нет, я не буду акцент расставлять, просто я думаю, что у вас, скажите, вот у вас же, наверное, 2-4-7 больше, правильно? А у вас будет 2-4-6. Ну, правильно? Я предлагаю этот вопрос, это вопрос. Есть ли такое? Ну, ладно, хорошо. Я думаю, между 6-7 последний черный. Где больше 7 черный, я бы сейчас голосовала 2. Я не вижу черную команду 9.
Я думаю, что три красные, три говорит, один красный, но я просто не собираюсь их делать. Время, спасибо, Арина. Стреля два. Я бы проголосовала два. Вот. С девять есть команда, если что. Ты 5-9, что еще сложно. Можете понятно, а почему красные не могут так думать? Если красный так не думал, я думала, да окей, хорошо. Мы не будем так думать, нет этой версии. Вообще проблем нет. Если черная 9, то не 3-5-9, а 3-9-10. 3-9-10, хорошо, хорошо. 3-9-10, закупка 5. Ну, вы сказали, что ли? Нет. Как говорится, а ваш код всех устраивает. Мы хотим, это, знаете, женский клуб собрать. Одного стрели. Простите, ну тут такая тусовка. Спасибо. Спасибо и вам. Сейчас у вас два палата. А мы переходим к процедуре голосования. Бери, пожалуйста, себя, сфотографировал зла, голосование между руками. 5-2-9-4, 5-2-9-4. Кто голосует за 5? Спасибо, голосуйте. Кто голосует за? Спасибо, держи, пожалуйста, руки. Это 6 голосов. Кто голосует за? 9. Спасибо. 2 голоса и голос 4 голоса. Поняла, минуту 2 прощается. Ну, короче, 10 уже не красный. Вот ты в нуле сыграл 2, 5, 8 и 9. С моего красного цвета ты сыграла в отстрел 8, сыграла 2 и говоришь, что 5 и 9 у тебя оба красные. Ты ошиблась, получается, по 4 цветам, правильно? Такой, я тебя какой-нибудь простить не могу. Ты сейчас говоришь, до 6 должна быть команда 2-4-7, это где 2 и 7 вместе черные, правильно? Где я показываю, что команда 5-7-9, тебе показывает, да нет, как я могу быть вместе с 9. То есть у тебя уже версия не вяжется. 2-4-7 у тебя уже версия не вяжется, правильно? Вот уже, что почему? 2-7 вместе черных. Почему? Ну, потому что я говорю, черная команда 5-7-9, 7 полит, говорит, да как я могу быть вместе с 9? У меня она говорит. А, команда 2-7, прикольно. А, я не знаю, ну короче, 10 секунд. Не знаю, реально не буду. Вот. Для меня не красные 10, вот для меня вот, 2 красных цвета это 1 и 6, вот 1 и 6, 2 красных, уже то, что говорит 10, просто уже не туда. Время. Вася, давай второй этап. И ночь в городе, пожалуйста. Правильно. Городе добро, 9 убитых на прощайся. У меня 6-я проверена черная. А-а. Я ничего не это самое. А-а. Отличная проверка. Так, я не думаю, вот какого цвета игрок, да? Вот на каком основании он в меня голосует? То есть я даже не руку не стану. У меня 6-я проверенная черная. Потому что проверка 7 в этом стреле не нужна. Я, если стреляюсь в эту ночь, 7 красная, не выиграю эту игру. А что мы так взяли? Я получу красную игру, я понять не могу. А 6-я красная выиграет. Вот. Поэтому я думаю, лучше 6, потому что 6-я черная нашлась. Между 7 и 6-7 должно быть. Вот. Не бачу, не фалю, не проверяла 7, проверила 6. Вот. Поэтому сняли 6. Я считаю, хорошая проверка, шелестская. 10. Вот. Ну, между 5-6, ну, что я лучше разговариваю, это объективно, ну, просто черный там должен быть. Если не второй черный, тогда бы я возвращалась к 1. 3 красные в этом столе, в третью мы не играем. 5-я проверенная. Спасибо, право и дальше. Там это все, пожалуйста, у вас по 2 палатки, все осторожнее. Кудра приоткрывает, но так. Ну, представляешь, я вообще красный цвет.
два, проснулся, выставил 5. 5 – это красная проверка у 9. Если он 5 считает черный, он должен не 5 снимать, а выставлять 9 и говорит, все, я вписан. 9 – это 100% мат. Плюс, ну, это я вот по поводу главы, но мне кажется, просто может быть, была надежда, что она тебя проверит. И мы там 6 не снимем, и там можно развернуться в 1-3 или что-то такое. Ну, мне кажется так, мне кажется, 9. Не берешь 6 черных. Вот есть вектор 2, 4, 7. Все показывают 2, 4, 7 черные. Я показываю 2, 4, 7 черные. Мне казалось 6 больше красное, 7 больше черное. Я 9 показала, я думаю 2, 4 и 7 это черная команда. 9 черное не дает 6 черных. 10. Так это ерунда. Ну и плюс 9 черное, но она тут что-то делает. Еще и 5 красное. Почему нет 5-9? Я тебе показала, 5 черных сдается, 9 не будет, у черного 5 давать красные. В этом смысла нет. А если я снял черный? Спасибо. Выставляю приказ под номером 3, вы нашли команду, все, мы сдаемся 4-6-7. Значит, ставим меня топит с нуля, она говорит, плохо номер 4, вы плохая, все, уходите. Седьмая говорит, да я вписываюсь к игрокам 1-3-6 и так далее, все. Вы все показали 9-е черное в ноль. У вас я у всех не шли. Классно, приоритетно. Я думаю, что 3-9, дальше у меня будет проверка. А. Именно по эмоционалу я думаю, что первое коснее 10-го игрока. Вот. Молодец, я в курсе. Сейчас еще подумаю. Это просто. Ну, 9-й выходит самострелом, проверка 6 получила, блицовый от себя. Получай. Не, я просто не знаю, против 3-й играть, она черная. Сейчас все просто, в прошлый групп все просто не вписались. У меня 0 поддержки, я играл на столе. Спасибо. 5. Выставляю 6. Ну, что, 9 из вашей версии подвесла, да, сейчас подвесла 6. Я тоже понимаю, что невозможно это. Что она не скрывается, ты, кстати, это видишь, что она не скрывается. Думаю, я бублик потяну, но если я шериф с такой плохой речью, мне нужно было перед ночью купить, наверное, кричать, да, что-нибудь там пытаться как-то делать, окрасняться, вот, я боюсь, что я вижу, что она скрывается, она очень активно. Думаю, блин, что мне бублик потяну, дать ее, ну, как бы я все, я не вскрытие, я все тайминги, все проиграла. А, у тебя, если она черная проверка, она как-то надо было сразу же просто кинуть это в стол, что такого-то. Вот, а в смысле, если ты ее проверила черный, у тебя кто тогда проверка это первую ночь? Если ты ее черной проверила, да ты скройся, что 9 черных. Так я восьмому скрылась! А смысл? Она тоже была. Я не понимаю сейчас. Как бы я тоже в 6, говорю, я могу сыграть за этой черных. Я просто, да, я не могу сказать, что, кстати, у меня один сильно краснее 10, но 3 говорит, один прям сказал, ну, 3 сказал, что руку никогда в 1 не поставит. Вот 10 она вроде как крышевала, я обращалась при этом к 1 на прошлый круг там показывала, да, что вроде 10 крышу. Спасибо, мне продолжаем 4 первых лошадей. Почему? Я думаю, что не черная команда 3, 5, 9, а думаю, что больше черная 3, 9, 10 команда. Потому что на 0, когда 10 отстегнула из моей команды 2 игрока, я попросила сразу на проверку 10 игрока. У меня когда руки автоматом взлетают, то они обычно взлетают на черных игроков. Потом какие-то у меня там аргументы, почему она может быть больше красной, я, ну, сама для себя сделала, но просто самый командный черный игрок. Игрока номер 5 она отстегнула, а игрока номер 10 давала, ну, игроку номер 10 именно крышу давала. Вот. Дальше, ты сама как говоришь, сказала, что дала повод ну, игроку с тобой сыграть, и дальше, там, чтобы ты сидела за этим столом, и, ну, ладно, ты там это смотрела на прошлые 10. Ты сказала, что 3-5-10, 3-5-9, я сказала, что нет, не спят за игроком. Так, чё, в 3-ю махалась на 0-8 мав. Показала, что как будто бы 9-я точно черная 4-му игроку, если 4-ка нашла 9-ю шерифу. И зачем? Не продолжаем. Речь, пожалуйста, 7 минут. Ну вот смотри, я же не второй. Я же не первый. У нее черная команда найдена 2-4-6. Объясняю, почему 2-6 нет вместе черных. Когда он пропил, второй руку, ну, поставил странно так. Ну, да. А. Когда пилились 1-5. Она ко мне поворачивается и говорит, посмотри за рукой 2, он типа может сломать, он потому что поставит. Да, это было. Она с ним сыграла на ноль и сказала, что он не черный, как она может показывать, что он там что-то сломает. Настя, ты чего решение могут понять? Оставляю 5 часов, входит 5. Какого она не пошла меня проверять? Ну а кто черный? Я черная с кем на прошлый круг была? 10. Ну-ка, с 9 или с 4? Ну и сейчас я уже не там, и не там, да?
два точно черные. То есть черная команда 2, 4, 6, суперная, белая игрока. Мы продолжаем. Здесь составляю 6. Я скажу сейчас, вероятно, очень плохое нечто, но 4, 6, 7 тоже что ли? Ну я не знаю, нет, два реально чужого время уходя. Он сначала, он руку в 9 поставил, да, ты сказал, я вписываюсь к 4. Уходя, я не знаю, кто же, что он руку поставил, 9. Если 2 красный, то 2, 6 красный. Я говорю о том, что 4, 6, 7 уже рассматривает того, что 7 сейчас говорит. Может, это на обидахе реально все по-простому 2, 4, 6. Но я не думаю, что черная команда это 3, 5 и 9. Мне кажется, тем более, что нужно расставлять не 5 тогда, а 3. 3 чернейшие 5 в черной команде с 9 у вас. Поэтому мне не нравится, поэтому я думаю, что больше 9 вопрос, а 10, 4, 6. Время. Спасибо, Один. Ну все, молодежь. Я 6. Нет, я пишу так, посмотрите, допустим, на продолжение игры мы не будем никогда снимать 5 с этого слова, потому что 5 это проверенный красный 9. 3 может быть черная в команде с 4, например, есть такое, такая версия, если вам не нравится 3, и вы рассматриваете 6 на 4, вы должны выставлять игрока номер 3, но никак не 5, 5 это оплошность 9 игрока. Поэтому это странно. От того, что мы заберем 6, по факту ничего не изменится. Лучше мы заберем тебя, чем кого-то другого, а 4 проверит. И у нас мы 100% перейдем в угадайку. Ну, допустим, 4 на следующий круг просыпается с 3 с проверенной черного. С 3 проверенной красной, 3 заберет руки в черного. Ну что, что мы? Куда мы еще приехали-то? Ну и все. А если 3 проверенные члены, ну ничего страшного, мы можем заголосовать 3 и перейдем в 100% угадайку, в этом вообще нет проблем. Спасибо. Спасибо, Иван. Мы приходим на голосование, и голосование, что такая 6, 3, 5, 6, 3, 5. Кто голосует за 6? Спасибо. 4 голоса. Кто голосует за 3? Спасибо. 2 голоса. 1 голос. 5 голоса. Ну, по 6 и 6. Так, я пишу... игроков чуть-чуть умерять свои таланты в силу там всех обстоятельств, которые там между играми происходят, еще что-то. Второй игрок сказал, что для него, вот сейчас 10-й игрок потенциально нарисовал черную команду 4, 6 и 7. Второй игрок вписался в игроку номер 4, ушел и сказал 1, 6 красный. Не 6, 7 красный, не каких-то, 1 и 6 красный. Ту красноту, которую дала тебе игрок номер 3, я тебе тоже ее дала, причем по речи, потому как я сказала, что ты только это может быть, ну максимально, фу, какая речь, если ты эту речь можешь сказать черным игроком. Дальше, когда третья показывает, если четвертая скрывается восьмому с девятым проверенным махом, если она нашла девятого игрока шерифом, да она стрельнет шерифа за этим столом, и дальше будут кто-то в этой игре ехать, второй не будет списываться, а девятая сама сказала, что я хорошо поговорила. А если что?
утро 4 открывает, но там... Если я открываю под номером 10, так если я черный, то я уже все, как бы закончилось, правильно? Можно сейчас просто в десятку проголосовать и все. А, значит, дальше, а, вы вчера были, будете, надо было сразу же скрываться и так далее, я 8 часов, да. Когда он проснулся, то есть 9-й проверенный черный. Я не знала, что там 9-й там скрывается или еще что-то. Вот. А, просто с кем я мафия? Ну, серьезно, я не понимаю. Ну, типа, окей, вы второго все подозреваете. Команда 2-4-6, все, я последняя сижу. Можно согласовать 10-го игрока. Я думаю, что черная команда 3-9-10, они победят. Ну, не нужно думать, что Курсава может ошибаться во всех цветах. Она точно черная. 10 секунд. Все, хватит. Спасибо, Рома. Так, да. Доброе утро. Выставляю 4, выставляю 10. Сейчас просто ваши позиции немножко не знаю, почему вы на прошлый круг меня выставляли. Хотя я поворачиваюсь к вам, считаю вас красным. Говорю, прикиньте, ко мне шрифт, да, я вообще не туда играю, ко мне шрифт не поворачивается, проверку не спрашивает. Я это показала, прожестикулировала, мне показывают, покажи проверку 7, точно скажи. Она показывает мне взглядом 7, я такая, да, 7, потом такая, я еще раз 100 показываю, давай-ка 7 проверить. То есть зачем вот это сейчас выставление было 5? На прошлый круг тоже 4 начала, что типа, что там у нее... 4, 6, 7 черная команда, мне тоже это не понравилось, что она сказала, хотя у нее не должно быть даже такого представления, да, я понимаю, что это может быть осмотрено, да, что ты даешь свою черную проверенную красную, но, короче, мне это не нравится. Да, 3, 1 крышанула на 0, да, сказала, что у нее не проголосует 10 больше у нее. А, мне один просто, да, я вообще говорила, что он больше трёх, я ее даже подозревала, потому что 10. Она тоже 3, 5, 10 рассматривала, где 3 от меня отказалась, хотя я говорю, возьми меня в команду, я тоже веселая. Вот, у меня 9 больше. Спасибо, 7. Не больше, отлично. Это будет правильно. Я почему должна ее красный цвет рассматривать? Вот она все круги сидит и едет с нуля в меня. Я в ноль сказала, когда 8 поговорил, я сказала, я черная, сдаюсь, стреляю 8. Чувак, я его первый раз вижу, берет и умирает. Потом говорю... Я вскрыла, говорю, 9-ю стол. Зачем я это озвучивать буду? После этого 4-я скинула бублик, сказала, что у нее 9 проверенная черная. Я могу подумать, что вы черная вместе. Я просто не подумала, что 2-6 могут быть вместе черные. Она показывала, что типа смотри за рукой 7. Я же говорю то, что было. 10. Она говорит, смотри за рукой 7. Мне показалось, что он хочет сломать. Это было на папире, когда вы пилились 1, ой, за рукой 2, господи. Когда пилились 1-5. Время, спасибо, 10. Представляю, 4. Я просто хочу рассказать, как мне было. Я на 0, плохо, конечно, сыграла, но я сыграла против 2, 5, 8 и 9. Я сказала, что я играю, нет, я сказала, что я играю со всеми остальными, против 2, 5, 8 и 10. Потом, вот вы фол поймали на моей речи, когда я сказала, вот тут говорили, черная команда 247, 247. Я такая, я спрашиваю судья, а 6 у тебя красная точно? И она такая, ну не знаю, не может быть красная, может нет. И от этого я построила свою речь, что тогда 6-7 черный, потому что у меня не было ощущения, что 247 обязательно тройку. Я думала, что 6 может быть черный тоже. Поэтому я не очень понимаю все претензии и хочу, чтобы вы играли на близкие игру. Да, я тоже стремлюсь к тому, что черная команда, скорее всего, 2-4-6, потому что, вот правда, уходящая речь 2, я голосовала в 9, но я ничего не понял, кто шериф, это все равно. Вот, я думаю, что 2-4-6 черный. Спасибо. Спасибо, Иван. Минута. Представляю 4. Но сейчас будут игровые аргументы, но вот это реально. Их послушать и с версией определиться легко. Вот есть 4, которая сказала 9 заочно красная. Я ей показываю, нет, 9 мне не нравится, как раз как сидит по лицу 9 черная. Когда 7 сказала, что ей не нравится, как сидит 9, она 9 подозревает, я 7 улыбаться в этот момент начала и показывает кайфец, вообще кайф. Если ты думаешь, что я красная, 4 голосуют. Для меня 9 это шевик, 9 тут расстреливает. 9 не дает 6 черная, когда больше тебя игра идет. Она дает 6 красных, 6 сказала, 9 это приоритетная версия шевиства. Это сказала 6 своим ртом. Поэтому 9, 6 черных не дает. 9 умирает, дает 6 красный. 6 думает, что 9 шевик и снимает красный. Поэтому 9, мне кажется, это шевик. Черт. 9, вот мне кажется, 9 в жизни, 5 это никогда не трогай. Любого цвета, 5, 9, 5, никаких цветов, она вообще классная. Спасибо, не подождаем, выберем на голосование.
10-4. Кто голосует за 10? Спасибо. 2 голоса, 3 голоса, 4. Микрофон, ну-ка, 4. Нагадайте, что мав. Нет. 8 мав. Он проснулся, показал. Он проснулся, показал. Я ухожу. Не, ну серьезно, ребята, почему я должна проигрывать тигра? Только выигрывать начала, я должна проигрывать тигра из-за этого Дона, я вообще не понимаю. Типа, мы хотя бы хоть чуть-чуть, он такой, я говорю, что самострелом, говорит, и говорит, скрой с шерифом. Я говорю, нет, шестая показала, ну ты хотя бы откати, чтобы у нас сунул хотя бы какой-то шанс. Тебе вскрылось 9, сиди, молчи, не вскрывай меня. Я досижу. Зачем он меня вскрывает? Просто можно минуса поставить просто восьмому игроку? Я досижу! 10. Ну, я почему я должна страдать от этих вот игр, из вот этих вот игроков? Это просто какой-то пиздец. Спасибо. Спасибо.
какой-то должен один сажать, и он у вас не будет. Да, приятные игры. Надеюсь, что ну, в какой-то степени хотя бы этот турнир вам приносит удовлетворение. У меня пока что с этим не складывается, то есть я даже не знаю, что надо делать, чтобы выигрывать. Когда стараешься, но вот вся остальная команда не старается. Когда я не стараюсь, тоже никто не старается. Вот. И как оно как проходит, я думаю, в принципе, могла бы спать, наверное, время с тем же эффектом. Что хотела сказать, я надеюсь, что следующая половина турнира пройдет у нас с вами со всеми как-то приятнее получше, и я вам предлагаю начать прямо вот с этой игры. Вот, вне зависимости от вашего цвета, вне зависимости от моего цвета, я желаю, чтобы ну, соперники каждого из нас постарались сделать максимум усилий приложить, чтобы выиграть. Вот. Просто я хочу, чтобы эта игра была приятной. Очень не важно, кто выиграет, но хочется как-то выложить. Всем приятного вечера. Спасибо, Дан. Да, да. Я один. Много все равно играл, я думаю, вечером. А ты с красными не очень, да? Были у тебя так себе. Не знаю, ну, на самом деле я тоже, у меня 6 красных тренинг шрифт, так устал, если честно, думать, вот, хотелось стать черным, просто почилить немножечко. Я понимаю, что красные победы и так далее, но, блин, сложно стать красным, как подряд, вот. Один не знаю кто, вот, не любили, послушаю. У нее эмоционал такой же был, вот, значит, мы с ней играли, на черной была, ее сняли, но она уже подбоела немножко, поэтому на данный круг я не буду так сильно разбирать ее вещь, там, ее эмоционал. Послушаю, нарубили. Вот, 6 больше красных, на лицо. Вот. Мы с вами 3 игры выиграем, вот, и как бы у вас все 3 игры, к примеру, плюс-минус одно и то же просыпание. 10. Вот, может быть. Вот, тогда игра 1, 6 больше красных просыпаний, спасибо. Спасибо, Иван. Логин. А вы красный? Пускай довольны. У вас было много черных, не столько довольны. Я не знаю, я думаю, то, что игроков Игун 2 такой же эмоционал, как у меня. Я перегорела после прошлой игры, и типа никакого эмоционала я не дам. И поэтому уставший второго игрока я понимаю. Ну, типа, ладно, первого послушаем. Ну, тоже мы с этой образующей какая-то речь. Но так я посмотрела, как будто вы 4-6 вместе, там, и там друг другу что показывали. Пятый очень такой какой-то напряженный. Вот. Что я подумала, вот теперь я выберу себе самого красного какого-нибудь и буду вместе с ним поставить, если там делать. Ты? Может быть. Что может быть, надо слушать. Вот так, спасибо вас. Спасибо вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, хочешь ли поговорить еще? Но видно, что особо не хочешь. Ну, мне второй очень не понравился, думаю, точно красный. Да. Он обычно мне когда не нравится, он обычно всегда красный. Говорит, что такая скучная, вечеринка, так и нам там. Поиграю с 2 тихонечко так. Ну, тихонечко больше, даже уверена. 1-3, мне не знаю, не показались пока. Вообще до меня, как мне показалось, все речи прям тяжелые. Как будто это может быть горели, но они даже не пробуют собраться, вот мне это нравится. Ни один, ни два, ни три. Я на шерифе, меня, блин, заголосовали на шере. И я и то что-то пытаюсь. Вы тут сидите, как будто, блин, тройка черных передо мной, и дальше можно всех править. Время. Спасибо, мозг. Мозг. Ну, один легкая речка. Я не сильно делаю. Так, не сильно тяжело. Поговорите получше. Четвертый подсомневаться сначала, что красный цвет. А что, 6 вот вам показал, что он красный. Как-то не будет 6 полоса. Будете слушать. По лицу не играть. И в то, что там грунт. Так вот. Чат тоже не играет. Так, моя команда. 2, 3, 4, 10. 10. Чё, 10? Мама сказала, со мной играли сильно красно. Играю здесь. Тем более соскучился.
Ну, 4 неуверенные цвета, но пока... Спасибо. Есть. Спросили 4, играли она там цвета, продавцы и так далее, но сами взяли 10. Просто за то, что она вас, ну, по сути, купила или что-то в этом роде. Ну, наверное, так выглядит немножко с моей стороны. Мне не нравится... Сначала опять показалось, что 3 красные, но если когда ты с кем-то играешь в итоге, вот, ты 1-2, да, сыграла. 4 толком позицию свою не сказала, я не слышала тебе позицию, четкую команду и так далее. Если... Ну, ты говоришь, что, возможно, тройка там может быть, ну, мы говорим, можно сыграть со всеми, кто после тебя сидит. Ну, блин, тройки я не вижу, 1-2-3, ты можешь с кем-то заиграть. Мне там 4 нравится, на 5 играет 4. Вот. И 5 сейчас выставила, выставил 2, послушай 2. И в итоге, и с кем играть? Вроде, ну, как бы 1-2-3 это получается, играю 1-2-3, безопасно, 10. Слушаю 1-2 на копили. Вот, и остальных игроков, это пока такая команда. Вот, мне нравится красная карта реально, потому что можно подумать, здесь просто ты думаешь, ты разгадываешь эту загадку. Раз, все. Привет. Спасибо, скрипота. Знаете, мы вот с шестым игроком играли в прошлую игру, она сидела на один, говорит, на красной можно не париться, сидеть вообще просто на расслабоне. Она, правда, черная была, вот. И сейчас что-то примерно похоже, но добавила, что разгадывает загадку. То есть если она, когда на черной сидела, сказала, что просто не парится, то сейчас как-то бы добавила разгадывает загадку, от этого 6 может быть красная, но, слушай, сыграть 1-2-3 как будто бы не так уж и безопасно. Где 5 говорит, что 4 можно поиграть с 5, 4 говорит, что красный 2, а 2 говорит красный 6. Нет. Сейчас. Есть. В общем, а один задала посыл такой, что как будто бы хоть кто победите, но просто сыграйте хорошо. Вот, ну, если я на красной карте, мне как будто бы хочется все-таки красный. Спасибо, Мадрид. Вот какая-то несправедливость. Почему, когда я черный, волос просто на ноль всех нашел. Меня, еще кого-то. Сейчас как-то что-то... Я послушал, я ожидал, что он влетит прям. А что-то как-то не влетел. Я бы хотел послушать 5 этот фильм. Смотри, 5. Мы же его все равно не проверяем первую ночь, поэтому пусть даст позицию. Вот. Один мне не очень зашла речь, потому что как будто бы она высохла из пальца последних 20 минут. И вот 3, 4, 6 уверенно сыграю, а по 2 пока не знаю, что. Одну 6 раз сделал. Не знаю. Ну, послушаем красный. Если согласится кто-то на один лица, то ладно, как будто она больше красный. Я 6 ошибся. Вот мы с ним разыграли, я образ ошибся. Когда он был черный, когда он был красный, думал, что черный, и потом на ноль. Поэтому 3-4, думаю, все еще раз будет. Я понимаю. Спасибо, Сергей. Да, очень хочу первую играть, потому что она как бы вообще разряжена полностью и безразлична к победе. Она так и говорит, какая команда. Ну, то есть не говорит ему красная. Поэтому не очень хочется, чтобы она говорила на топиле. Второго больше сил энергии осталось, но. Тоже вот где позитив, где красный такой, прям эта штука, когда люди расстрашивают стол. То есть с четвертого, наверное, начиная сомнений, которые были, мне начала нравиться вещь с четвертого. То есть она хотя бы какую-то сказала, ребят, вы как будто пустые сидите. Я понимаю, устали. Я слышу, как ты вышел в коридор в предыдущий раз, прям там с каким-то ультразвуком. Я тебя понимаю, почему, может быть, у тебя тоже батарейки сели. Но вот четвертое. Вот она об этом рассказала и энергию дала. Пятый начал как бы, я не с ним играю, потом всех взял в команду, то есть я такой удивлен, ну ты класс. По поводу шестой, ну вот с ней заигрывает, потом отказывается второй. Хотя, ну то есть да, ты говоришь, я уже ее не беру, мне пожалуйста снимать. Время, спасибо, Сахар. Ну очевидно же, что ты дашь речь, что между 7-8 должен быть черный просто по столу. То есть вы поговорили по всем игрокам, в принципе, шестую, а по 7-8 не сказали ему слово. С кем? Пятым, второй игрок номер 5, 2 по 6 голосуют в 1, остальные голосуют в игрока номер 5. Странно, мне не показалось, что 5 черный, мне понравилось, как он отреагировал, то, что со мной нужно точно пытать эту игру. Вот, поэтому я хочу играть с 5.
2, 3, 4, 5 и 6 мы возьмем. Просто 6, ну как бы зрительность такую, то есть она пока не достигла того уровня черной карты, чтобы вот при этом так улыбаться, весело свести, несмотря на то, что... 6 команды, 4 прослушивалось, что? Ну, бывает, игрок играет недавно, насколько я понимаю. Я просто эмоционально не считаю 6-го игрока черным. Этого достаточно? Плохой очень пол второго, и девятый плохо проговорил, что не пас, и будет важно, что не продавали, например, вверхом, мы приходим в основании, и мы уже всегда, что обзорил шума, в основании для дракани. 1, 2, 5, 1, 2, 5, то голосует за, 5, 2, спасибо, 5 голосов, то голосует за, 2, спасибо, голосов, 5, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, потому что у вас, знаете, у вас ну, не хотелось какого-то содержания вещи, потому что обычно вы ставите вещи на полицу. Я хочу, чтобы проверка шла, скорее всего, ну, я думаю, что 8-го игрока, потому что он мне не нравится. Потому что 8 раз, я не думаю, что 8 раз. Я думаю, что 7. Значит, 7-8, я думаю, что красная 7 не получится. Mm. Yeah. Хорошо. Я это решаю. 8, 2, 5, 5. В чем сложность? Можно 7-8 проверить 7, а 8 довериться по мне, подождать от стрельца или 5, потом решить. Оставлю я 8 красных, не проявлять 8. Вот единственная просьба. Вот у вас 9 точно черных, 7-8 есть черный, и еще кого-то я просто. Да? Так. Ты не слышишься? Ну, чуть-чуть было? Нет, не было. Ладно, 8 красных, 10 вроде подарила. По красному не легкая сезла, 2 красных. Спасибо. Мы переходим на голосование между игроками 1-5-1-5. Кто голосует за 1-5? Спасибо. 5 голосов, 5-5. Чтобы оба игрока выросло. Спасибо. Один голос. Недостаточно. Первый пол, ночь в городе. Музыка на ночь продолжается. Я прошу всех игроков создать пораньше на пленничной посадке. Будьте осторожны, игроки, никто не выходит из ночной посадки, не тянется к маске, пока от меня не слушайте слово «утро». Будет игрок номер 5, у вас 20 секунд на лучший ход без снятия маски. Нет, все в ночной посадке. 1-6-9 принято. Утро в городе. Мост номер прощается. А то, что вы меня черным считали, вы пили, хорошо? Вы думали, 8 черных? 8 красных, 8 собирают руки, все худые, 8 красных. А? 2, 10 красных, 1, 10 красных. Я что-то писал, 1, 6, 9. Вот. Мне казалось, я 6 прям слышал отчетливо. Думаю, 6, 9. Я думаю, то больше 10, мне кажется, больше. Мне кажется, 9 должен быть 7 проверять. Вот вы же меня красный посчитали, да? Не посчитали, а 6-10 проверять. Снимите один из версий, не знаю. Мне казалось, что... Короче, ты красный, сиди на тебе. Спасибо. Проводим аплодисменты, ребята. Ребята, пока идем уходит. Никто не жестикулирует, пожалуйста. Ваш желательный. У меня 6, есть только черный. 6 сказала, 6 не запомнила, команда 4. 4 сказала, я сыграю 2, 2 плохо поговорил, но он когда говорит плохо, он красный.
Да? С каждым речь, пожалуйста. И вы на речь сказали, вы не сказали, вы сказали 4 непонятные команды, 4 дела, да. Почему 4 дела пан, один для напрягал. Дальше 7. Почему подозреваю 7? То есть 7 тоже не подозревал. 7 говорит по 6 сначала, типа она там была там такой-то, такой-то, я не понял, там если 6 был или наоборот, что 6 больше красный, я не понял. Вот. По остальным годам тоже как-то очень помазано. Вот. Что? Кто черный? Кто один? Ну, один больше красный пока. Вот. 3-4 тоже больше красный. Но если с моей позиции, когда одну я считаю черными, ой, красными 1 на 3, 4 больше красных, 6-7 должен быть одно. Вот. 8 нужно слушать, 8 оставили в руке. Я с 8 буду следоваться и иду дальше. Спасибо вам. 3. Ну, если вам интересно мое мнение по шерифу, я думаю, что я больше не шериф. Возможно, за шериф у этих игроков на игре 3 начать играть с 4-го игрока. Я предлагаю вам взять на себя ответственность, поднять крайний игрок, не поднимать, то никто не подозревает, можно поднять игроков 1-6-7. Вот, где петля, чтобы делать проверки. Просто, ну, навряд ли, конечно, кто будет 1-6-7. Ну, тогда получается 0-2-4 будет черный, если поднимется. Кто восьмой? Пока на этот круг. У него самая большая краснота. Вот давайте так. Ну все, там мальчик сказал, мы не спорим. Время. Спасибо. Кстати, да, он сказал, ну это не надо было бы меня быть подозревать, но без разницы, я вас так же подозревала, когда вы начали говорить, я вас так же подозревала, поэтому я больше куда-то не туда. Между 2-4, начнешь рисовать, я сейчас тебя то подниму, за ним 3-4. Это рисовать только минус, я поняла, что если слова не будет, блин, у меня 6-7, не знаю, не ищется там. Вот прям класс пытается, а не ищется. И мне плохо. Не хочу. Там кто-то один сидит, вот не хочу. Вот не знаю, не намыливается, не классно. Мы дальше будем слушать. Пока почему-то. Да, пожалуйста, я же не пойду. Я всегда за свои проверки. Красная, черная, это хорошо проверка. Спасибо. 6. Что он опять? Я ничего не понимаю, за эти 4, честно. 2 меня сейчас лежат. 4, вы же сказали, что вот здесь может быть тройка, и сыграть не надо с тем, кто после вас. Это же были ваши слова. 2 сейчас говорит, что я прослушала речи, говорю, сыграю 2. Ты меня видишь. Все, шериф говорит, что 2, блин, красный все с ним заиграли. Я с ним не играю, потому что он, блин, резко в нуля начал меня разворачиваться. Теперь вопрос по проверкам. У вас проверка 9 черный, у второй шериф в итоге кто? 7 ты бублик. Я спрашиваю, как вторая. Шериф только один, это я. У тебя проверка один красный, да? Или ты какой-то проверка? Подожди, я не разобралась. Мне нужно понять, чтобы не строить команды. Объясни мне. У тебя 10 черное, все. 9-10. Хорошо. Потому что оттуда стали говорить, что 8 проверка 1-10. Вот 8 так. 10. 2. Я говорила, при всем при общем 9 только хорошо, да. 5 тоже говорил. 5 я посчитал, 4 посчитал, я красный. Время. Спасибо, 7. Так, доброе утро, город. В общем, что я хочу сказать. 1-10 для меня как будто бы больше красное, когда записывает 1-6-9, и 5 перед тем, как заснулась, сказала, что проверка в 1-7-9, но тогда у 9 должна быть проверка 1-7, как будто бы не 10, а у 10 проверка в 1-7-9. Допустим, пока что по столу, окей, ладно, шериф сидят, я вообще-то не скрываюсь, когда 5 ушел, я сказала, что я думаю 10 и 1 красный, я не думала. Это для 6. А для 2 я хотела сказать, что я 6 немножко окраснила в плане того, что она сказала разгадать. Это как будто бы больше было по красному. Обрисовать очень сложно на самом деле. Если 1, 10 красный и 6 я назвала красный, тогда у меня вообще черный. Вставляю 6, вставляю 8. 8, принято, время. Спасибо. 8.
Вставляю 7, в конце плохо было. 8, откуда появился, как мотивировать, то есть меня оставили красным по счету. Ну, я пока склонен, потому что нет, пить не хочу при двух версиях. Либо они приоритетно ушли, но понятно, я сейчас не поговорят, если там кто-то из них будет сдаться, уже сомневаюсь. Сейчас пока я бы свободно голосовал что-то типа 1-6-7. Вот, больше 6-7, но один надо послушать. Вот, 6 очень плохо сейчас поговорила. Два есть, подбивали мне красную, поэтому вот 4, мне не нравится так, как 4. Потому что у меня 4 красные. Вот, так вот 4 мне не нравится. 4 сказала, 2, 3, 1 черный. Но она сказала, мы сейчас поднимемся, 1, 3, 4, там 2 не было, 1, 3, 4 она не могла придать. Поэтому как будто бы, да. Вот, я думаю, что 2 красные, 4 красные, вот, 6 очень сильно подбивают. Соответственно, 6, по-моему, уже. Вот. Да, я вот пока 6-7. Давайте перед голосованием, лучше там, сейчас как один поговорит, но пока 6-7 свободно. Ставим 6, ставим 7. Поднимай, и пока никого не будешь, и в себя принимай ответ. Сейчас можно делать. Спасибо, Дейв. Мне очень хочется играть с командой 2, 3, 8. Я тут 4 тогда дал. Ну, не показал, что она покраснеет. Но вот реально, мне не нравится игроки 1. Я вообще не умею считать. Ага. Я чистой воды не пар. Я вообще не знаю, что такое счет, но я шериф в этой игре. Я шериф в этой игре. Второй. Посмотри просто в мои глаза. Я шериф в этой игре. Ты поняла? Вы не хотите. Я шериф в этой игре. Вариантов других нет. Я выставляю игрока номер 10. Предлагаю заголосовать Дона. Я буду голосовать дальше. Не хочешь? Тебя стал Вилл Мосс красным. Он по какой-то причине думает, что ты красный. Ну, мозг ошибался, он забивал проверки в первую, который черный раздался. Это я тебе говорю. То есть у него не было энергии. Ей было все равно, какая команда будет выигрывать, понимаешь? Ну, это я к тебе обращаюсь. Потому что когда ты шестой по своих, после лечения, не перестаешь с ней играть, ты для меня краснеешь. Потому что я много с ним, у меня большой нагиш. Я не знаю, какого цвета ты. Я могу проверить, дайте мне, у кого сходить нужно проверить. Я ваш лидер, я лидер вашей команды. Я не могу, что у меня спасибо, не продолжаем здесь мы. Так, но у меня уже вот даже слов нет. Ну, то есть вы слышали эту речь? Мне вот даже припрыгнуть ее, честно, не хочется. Есть пятый игрок, который сказал, нужно играть с десятым игроком. Сказал, что десятый больше шрифт. В какой версии игры у игрока номер 9 есть проверка 10 в этом столе? Объясните мне, пожалуйста, это что за эмпатия-то такая? Красавец! Но стол поскорее играет в мою версию, правильно? Игрок номер 6, когда пятый, ну, все-таки магистр игры мафии, оставил 2-8 красными, туда играть, наверное, не надо. Mm-hmm. Вы же должны это понимать. 8, говорит, у него 6, чем есть, он оставляет 8, едет в него. Ну, поэтому решили сыграть в 2 или что? Вставляю 9. Вот давайте уже после этой речи снимем, ну, серьезно. Я... 10 секунд. Ладно, хорошо. Внимательно слушаем первого. Мне сказали не играть в 2, мне сказали не играть. Третье считается по своим моментам красный, восьмого оставили красным. Поэтому мы туда не играем. Спасибо. Не продолжаем. Речь немного. Ну, по каким моментам считается? Мне сказали хорошо поговорить, я вам по кругу показывала, что мне кажется, что она не красная. Ну, не шлись. Я не буду этого делать, потому что на этот круг я хочу послать. Она была красной, ее весь стол катал, она себя была очень спокойной. Сейчас я слышу прям только бешеный сигнал, и мне кажется, что это не красный, а вот школа игрока. Вот. При этом, если, ну, если смотреть название между 6 и 7, я на следующий круг играю, я считаю, что 7 больше красный. Нет, слушай, ну, смотрим проверку. Здесь, конечно, будет очень странная вещь, но меня смущает, что, ну, типа, у тебя не прекрасно. То есть, я только что видел перед маяков на третьего игрока, четвертого. Спасибо. Не продолжаем. Ночь в городе. Пожалуйста, все приняли игровую посадку. Сидим в ночной фазе.
Я остановлюсь на тебе. Ну, мне сложно, что ты красная, я это показываю, я это слышу. Но смотри, девятая выделяет 4-10, я не могу рассмотреть девятую шесть. Поэтому у меня ты была подозрительная. Тут и три. Ну, красная. Я сказала, что ты не красный, мне дает черный после этого. Ну, сложно, сложно. Я не это. Тебе ты сказал, что я перемыковывалась 4 на 3. Да. 4 на 3 перемыковывалась. Как это? Нет, я не рассмотрю просто. 6, 2, я не рассмотрю. Я думаю, что я красная. И кто-то. Время. Спасибо. Проводите сами. Пожалуйста, между тренером покажет эту локацию. Пополам, игрок номер 1, 1 пол, 2, 1 пол, 4, 2 пола, 6, 1 пол, 10, 2 пола. Открывай три минуты. Стреляю за атаку номером 1. Только так. Я не понимаю атаки первого игрока с вчерашнего клуба меня, но это не важно. Вот, меня, если приняли, значит, будет сейчас, да, голосование? Я вот эти вот моменты очень плохо знаю. Вы игрок номер 1 благодарны, значит, на 0. Я единственное сказал, что с такой речью, которая была, вы можете оказаться красным. Вы лезете на меня. Мне это очень сильно не нравится. Пока у меня ничего не поменялось. А, подождите. Баланс. А с кем баланс? Ну вот с кем баланс? Ну я к ним готова по 10. Ну типа 1-9 и кто? Типа кто-то между 6 и 7, правильно? Диску. Да, у меня вон есть любой духовой игрок. Мы поставим, скажем, что мы знаем, что это все у вас. Это два. Блин, интересно получается. Вместе. Мой составлял восьмого красную, но тебе говорят, он же мой диск, да, мой диск. Седьмой игрок просто для этого составляет восьмого игрока. А 8-8, говорит, у него среди 6-7, 6 чернее. Как с этим жить, как с этим играть, вообще не понимаю. Я привожу этот аргумент под фол, а мне говорят, он же магистр, да, магистр, а 7, блин, под его замещание составляет 8-го игрока. Ну вот откуда? Один мне не понравился, один черный, один для меня очень вкусный, реально. От этого, ну, опять же, я не хочу проиграть. Смотри, ну, умею. Один черный, 10 больше шире. Девятый игрок слишком сильный нам туда. Ну какая команда была с девятым игроком? 1-9 и кто? Три игрока краснее, 1-7-9, но 7-7 называют красным. Я красный, но ты мне то, что меня въехал, возьму тот круг, мне въехал. Да? Вот, куда 7. Вот. Мне до сих пор непонятно, какой ты восьмой игрок был, а 7 у вас не 7 минуток. Вот, смотрите. Если вы выставляете 7, то у вас черная команда получается 7, 10 и 3, да? 1, 7, 10? А, 1, 7, 9. Вот на что, я понимала. Я на тот круг, когда дядя стрелился, показала, я думала, что 10 про 1 это красный. На самом деле я думала, что 1 скрыл 10. Показалось, что это не сказано. Когда пятый остановился, я думала, что один скрыл десятый, если лучше понял. Потому что здесь сейчас сложно, на самом деле. Нас стало 7 человек, и как будто бы если вдруг один красный, то может стать 3 в 3. Но кем 3 в 3? Но не подходит. Нету 3 в 3 из 10. Из 10 нет. Нету 2 в 3 10. Нет команды 8, 10, 2, 8, 10, 3, 8, 10, 3, 8, 10, 8, 8. Ну, типа, ты же здесь теорию, пожалуйста. Вот. Я один. Ну, вы выставите, кого считать нужно. В любом случае, просто между вами и тем, кого вы считаете нужно. Я думаю, что, слушайте, мне сложно рассматривать 9 в качестве шерифа, я думаю, что 9 черных. Даже если вдруг он какой-то шериф, но он сидел, он мне что-то динамик давал. Он сказал, он начал свою речь с того, что, ой, давайте я, это, моя команда 3, 7-8, что ты пишешь свою команду, ты рассказываешь свои проверки и так далее. Я думал, что он давал. Я вас подозревал сразу, я думал, что он черный. Что? Я сказал, один черный. И что?
поможет. Есть когда один черный. 10 раз дает половину черного. Ну, сторонний черный, вообще. 6-7, 6 хуже говорит. Она один тоже аргумент усолит и так далее. Да, ну 7 все вообще. Спасибо. Но для меня 6 игрок — это игрок, который играет недавно, и сложно подбирать аргументы. Объясняю, почему проверил один. Понятно, что на предыдущей группе. Кто знает, что он у нас появится, правильно? То есть там голосование где-то что-то 1-6-7 замечается. Правильно? Правильно. Первое мне показывает, ну, на речи 9, что я считаю, что третий черный. У меня третий красная. По моим моментам играю с третьим игроком, дружу. Бухаю, все у меня с ним хорошо, поэтому считаю третью красной, все, ничего не знаю. Вот, это мой цвет персональный, без аргументов, то есть и против него вообще вы никакие круги не играете, поэтому между 1-6 я проверяю 1, нахожу черный. Вот. Парень говорил, что я перемыковывала с 4 на отстрел 3. С 4 на отстрел 3, ну серьезно, вы в этой играть будете. Я предлагаю не стягивать, выставляю. Мы же хотим в караоке попеть, да, или что-то. Игра последняя, ну, может, вам первую эфирическую речь скажет, и вы после нее меня снимете, но потом вы снова будете мою версию играть. Поэтому зачем тянуть, я не понимаю. Спасибо. Вы не будете в эту версию играть, я выставляю 10. У вас нет третьего черного, потому что предыдущий круг я сказал, я не буду выставлять 3, потому что я хочу закрыть 6. Сейчас меня рисуют черную команду, что-то типа 1-6-9 или 1-7-9. Игроки 6-7, вы на следующий круг будете в черной команде. Вы это понимаете или нет? Если вы, игрок номер 7, говорили до этого, что я у вас красный, прислушайтесь сейчас к моей речи. Я предлагаю сейчас снять 10, у нас 9 удалился, у нас ушла 4, 4 ушла с вами, 3 для меня не красный. Я говорю, я показала, что 3 не красный в стол, и после этого 10 дает меня проверенный черный. Вы сами посчитаете, кто, вот есть тройка черных, 3, 10, и кто-то между 6-7 спокойно, любой между 6-7. Сейчас должна уходить 10-е. Между 6-7 мы разберемся. 3-ю вы послушайте, меня вы послушайте, но сейчас играет продолжение. Снимать только 10, потому что единственный точный противовес 9-му игроку. Играть от того, что он плохо погрузит, знаете, на половину слова плохо говорит. И играть от того, что он начинает только потому, что он играет 1 год, а Сахара 10, ну это тоже плохая игра. Время. Спасибо, 2. Ну это плохо, вы сейчас сказали, если вы уходите, на следующий круг, в следующий 7 вы даете черный, если вы уходите, вы красный, это 3-3 для вас. Угу. Это 3-3 для вас будет. Если вы с Сахарой уходим. Нет, если один выходит, если вы уходите. А дальше я вас просил сейчас на речи сказать, почему 3 черный на прошлый круг. Именно по аргументам. По каким аргументам? Ну ладно. Нет, короче, среди 9-10 для меня 10 выигрывает шелисту, ну, намного более уверенно. На прошлый круг 9, во-первых, запалил, вот это перемейков 4-10 на 3, это непонятно. Вот, дальше, короче, все, что он делал, это очень непошли. Если проверки 10-0, это очень непонятно, ну, это очень плохо для меня. Владимир Ильич, плохая сейчас, вот, я вот не закрываю вопрос. Спасибо. Мы переходим на голосование. Между игроками 1-7-10. 1-7-10. Кто голосует за 1? Спасибо. 5 голосов. Кто голосует за 7? Спасибо, голосов нет. Оставшиеся голоса на стол. 10 игроку, минута 1. Я просто била, я не знаю. Несколько кругов я это объясняю. Я говорила, это 4-й на уходящей речи. Я говорила, это вам, красные игроки. Я говорила, что нет команды 1-6 черный, нет команды 9-1 черный. Да мы не должны проигрывать из-за того, что у нас плохой шериф. У вас тоже есть право, у каждого человека есть право поставить руку и проголосовать, делать выводы по игре. Но нет черной команды 9-1, где 9-й уже на предыдущий круг говорит, что первая у него черная с нуля. Нет команды 1-6, где я говорю, я не буду даже 3 выставлять, я хочу закрыть в 6. Я не даю шанса своему черному, хотя я уже начала игру в 3. Нет команды 1-6, 7 никто из вас не подозревает. Но нет команды 1-9 и кто-то еще. Этот кто-то в любом случае будет между 2-3. 2 у вас на предыдущий круг красный у всех. Ну то есть дайте себе шанс, снимите 10, ну, проблем с этим вообще не будет. А второй сейчас на закрытии перебрал мою речь, вы тоже на это не обратили внимания. Это невозможно, класс. Спасибо. Почему 9 выжились? Все уже. По первой грамматической экзаменте. Во второй игрок я играю, я интуит, играю только по не умею читать, играю только по интуиции. Второй игрок, посмотри в мои глаза. Посмотри в мои глаза, я шериф в этой игре. Сейчас, а дальше что будет происходить? Вот это 2-3 не будет голосовать. 6-7 проследовали. Здесь даже. 6-7, как раз-таки это вы смотрите.
когда уходит, там, и ты уходишь, народ снижен.